1 июня аким области Ерик Султанов посетил детскую деревню семейного типа, поздравил воспитанников с Международным днем защиты детей, вручил подарки. Глава региона побывал и на празднике, который организовали для ребят в Петропавловске. Репортаж нашего корреспондента. В детской деревне семейного типа проживают 33 юных североказахстанца. Глава региона Ерик Султанов ознакомился с условиями, созданными для ребят, пообщался с ними. Я сам Юрий Колесников, закончил в этом году 9 класс, планирую поступить в колледж на отделение информационных технологий. В детской деревне уже 9 лет нахожусь. Юра, молодец, вот, что ты информационными технологиями интересуешься, это то, что надо сейчас для молодежи, в первую очередь, да, и для Казахстана это не будет лишним сейчас. Это очень такая важная сфера. Век информационных технологий – подарок соответствующий. Каждый из 4 семей аким области вручил по ноутбуку. Сегодня к нам пришел аким области и привез подарки. Мы этому очень рады. Ноутбуки нам пригодятся в дальнейшем учебе. В детской деревне семейного типа отмечать Международный день защиты детей стало доброй традицией. К ребятам приезжают спонсоры, готовится праздничная программа. Я поздравляю всех с 1 июня, желаю счастья, здоровья, чтобы было всегда смех на лице, чтобы мы никогда не отчаивались и знали верный путь к жизни. Ерик Султанов осмотрел территорию, прилегающую к детской деревне семейного типа. Здесь для воспитанников построены 4 дома. Глава региона дал поручение руководителям соответствующих ведомств расширить площади. Возвести еще 2 дома необходимо к 1 сентября. В настоящее время в Североказахстанской области проживают 1960 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 600 воспитываются в интернатных учреждениях. Большая развлекательная программа «Международный день защиты детей» развернулась и на улице Конституции Казахстана, а также в парке культуры и отдыха. Посетил праздник и аким области. Ерик Султанов посмотрел концерты, карнавальное шествие, театрализованную программу «Путешествие в страну детства». Наблюдал за спортивными состязаниями. Ирина Панфилова, Виталий Потеряев, Новости МТРК.